В октябре металлурги и шахтеры АО «АрселорМиттал Темиртау» приняли участие в велопробеге. Среди участников были те, кто решил сделать доброе дело и подарить свои призы воспитанникам детского дома. Я бы хотел передать свой приз детскому дому. В канун Дня Республики воспитанники Центра поддержки детей с особыми образовательными потребностями получили подарки от металлургов и шахтеров. Сегодня у меня классный день. Я умею кататься на великах, и мне очень это понравилось. Я уже умею кататься на велосипеде, поэтому этот подарок меня очень обрадовал. Большое спасибо за велосипеды. Я не умею кататься на велосипеде, но появилась такая возможность научиться. Хочу поблагодарить вас за красивые велики. Нам понравилось. Спасибо вам большое, спасибо огромное за то, что вы нам привезли. Мы очень рады вас видеть в этом детском доме. Приходите еще, мы вас ждем. К слову, это уже не первый благотворительный жест со стороны компании. Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями и акционерное общество «АрселорМиттал Темиртау» сотрудничают на протяжении многих лет. В преддверии праздника Дня Республики сотрудники компании сделали нашим детям хорошие подарки. Они рады и счастливы получить такие современные новые велосипеды. На сегодняшний день в нашем центре воспитываются 112 детей, и для нас это большая ответственность. Мы стремимся воспитывать и дарить будущее нашим детям, а компания «АрселорМиттал Темиртау» поддерживает нас в этом. Металлурги и шахтеры на собственном примере показали, что сделать доброе дело совсем не сложно. А самое главное, что дети остались довольны и получили массу положительных эмоций. Анастасия Ходорева, Евгений Ходорев, Владимир Кулаев, Новости Темиртау.